Надо было здесь рабов строить. А здесь отдельно транспорт. Ну ладно. Не крить буду в Старкрафте. Здесь можно расслабиться. Да, этих перцев... Этих перцев не хватит на то, чтобы захватить пункт. Надо именно рабов туда отправлять и захватывать. Этот узел нам крайне необходим. Немедленно отбейте его. Что за это? От песка отбить или что? Или выбить как ковер? Ты о чем, парень? Я лучше пойду покупаюсь. Отбейте узел. Отбили уже. Все уже отбили. Нет уже никого. Ну залезай ты. Товарищ, давай залезай. Что ты встал? А ты куда прыг... Чё они творят? Я не понимаю. Кретиноиды какие-то деревенские. Ладно, отправляемся сюда. Здесь надо тоже, наверное, радар построить. И, кстати, давайте построим еще одну генераторную. А то у меня какое-то подозрение на то, что у нас сейчас энергия пропадет вся. Особенно если мы переработаем эту базу на металл. У нас точно вся энергия кончится. Так, к сожалению, этот не отчинивается. К сожалению. Но, видимо, ему нужно больше. Больше ранг получить, чтобы чиниться. Так. Радар. Ты пойдешь в патруль. Хороший такой ядреный патруль у тебя получится сейчас. Вот будете вдвоем патрулировать здесь. Так, ты нюхаешь попой жопные цветы. Ставишь сразу все экстракторы, которые только можно представить. А ты у нас безработный, да? Ставишь... А, как его? Зениточки ставишь. Упс. Случайно нажал на кнопку. Так, ладно. Опять у нас дефицит ресурсов. Все по нулям, кроме материи, но она тоже быстро убывает. Конечно, что они будут первым делом перерабатывать? Самое незначительное - заборы. Они такие полезные и вкусные, эти заборы, такие питательные прям. Столько металлолома из них выпадает. Вываливается прям. Сейчас у нас уже жестко будет материя уходить, если мы построим генератор. Пускай эти им помогут. Что-то перебрал с рабочими, переборщил с их количеством. Так, а вот уже прибавляется. А нет, мы перерабатывали что-то дорогое. Ладно. С энергией дела плохие. С материей дела нормально. Более-менее. Тем более будет нормально, когда мы все переработаем и построим экстракторы. А, здесь еще и 4 экстрактора можно поставить. Вообще шикарно. Ну ладно, пускай он тут потихоньку строит. Все-таки понятное дело, что нас еще будут атаковать и доставать. И нам надо будет кого-то убивать. Здесь еще по 10 в каждом заводе заказываем эсминцев. Чтобы потом на это не отвлекаться. А здесь мы построили генератор. Давайте тогда еще один генератор построим.
Это произойдет довольно-таки быстро. Даже если у нас сейчас останется ноль энергии, то все равно относительно быстро мы его сможем построить. Здесь, я думаю, построить еще складов, хранилищ материи. Потому что у нас сейчас будет очень много этой материи. А так, по кругу построим. Энергию уже строить не буду. Хранилище энергии — это ни к чему. Это только поначалу может быть полезно. Дальше уже стоит строить только заново генератор и все. Ну, вроде пока что я все приказы отдал на данный момент. Тут довольно много эсминцев построилось. 16 штук. Можно их сюда пока отправить. Я думаю, в контратаку кто-то пойдет, когда я выполню задачу по захвату данного предприятия. Ты тоже у нас будешь строить. Это у нас захватывать. Паукана, насколько я помню, в этой миссии не дают. То есть мне остается ждать, мучиться и молиться о том, чтобы мне все-таки разрешили покатать на паукане. Узел захвачен. Я попрошу инженеров начать сканировать, чтобы убедиться, что ЭОН не загрузили туда вирус. Конечно, загрузили вирус. Командующий, он разбит. Этот узел теперь снова под нашим контролем. Не расслабляйтесь, командующий, вам скоро предстоит бой. Конец связи. Район действий расширен. Вот твари, опять радар подстраивать. Загружены чертежи боевых единиц. Да мне в жопу не нужны ваши боевые единицы. Командующий, это директор Эллиот со станции 004. Это огненный дракон! Эон, пожалуйста, помогите нам! Вы должны защитить их. Уничтожьте агрессоров и защитите узел. Конец связи. Где агрессоры? По-любому здесь. Сейчас посмотрим. Где у вас база-то? У противника. Хотя, если бы здесь были агрессоры, я бы их увидел. У меня здесь радар все-таки. Лучше бы третий радар дали. Все время дают не то, что нужно. Засранцы. А, мне просто надо их защитить, то есть... Понятно. Ладно, сейчас распортнем. Не проблема. No problem. Правда, вот эти вот господа, они ж попрутся напрямую. Вот что мне в них бесяче постоянно. Они прутся напрямую, им плевать. О-о-о! Макарена! Нифига себе! Нифига себе. У них проблемы, слушайте. У них реальные проблемы. А может и нет. Это что, был камикадзе, что ли? Если камикадзе, то это слишком плохо, чтобы быть правдой. Вроде таких юнитов в игре нету. Хотя похоже на камикадзе. Очень даже потянет, я бы сказал. Блин, а? Они точно выстоят сейчас?
слишком эти пушки вялые. Чувствую, сейчас будет жесть жестокая. Пускай облетят всю карту, посмотрят, есть ли там что-нибудь, что можно уничтожить. Да ну это жопа! Как я еще могу это комментировать? Это жопа! В воду давайте, куклоус-клановцы ходящие. Купаться, купаться. Вперед. Я захвачу эти узлы. Лимфоузлы свои захватывай. А не фигню, в которой ты не можешь разобраться. Это уже похуже. Хотя нормально. Тут уже бомбачи летят. Даже не бомбачи, но бомбачи. И не только бомбачи. Что там никого, да? Новость не очень. Вот так их. Вы отбили атаку, но они готовятся к новому наступлению. Закрепитесь и защитите этот узел. Спасибо за помощь, командующий. О, второго уровня. Это могло бы для нас плохо кончиться. Транспорт второго уровня, это неплохо. Так, погруженные или как? Груженные. Слава богу, а то я сейчас отправил пустые бы. Единственное, что в них плохо, это нет кнопки складывания-раскладывания, черт возьми. Запретил бы я им раскладываться. Но они бы не раскладывались. По земле бы не тащились. А вот это будет плохо. Этого может не хватить. Но сейчас мои транспорты еще собьют, конечно. Конечно, собьют. Ладно, вроде отстояли. Сейчас пойдет наземная атака. Это мне сейчас... Это главнее. Надо подстроить нормальное количество. В следующий раз вы меня так просто не остановите. Нормальное количество наземной техники. Точнее, наземных оборонительных сооружений.